Дневник жизни или откровения композитора. В Бурятской филармонии вскоре начинается фестиваль пиццикато. Впервые о нем услышали 4 года назад. Сегодня пиццикато уже стал традиционным весенним фестивалем. Основная цель – привлечь слушателей камерной музыки и показать разноплановость, особенность жанров. Лучшие виолончелисты, скрипачи, пианисты страны соберутся вместе, чтобы исполнить живую и чувственную музыку. Тему продолжит Наталья Китаева. Особый интерес у бурятской публики камерной музыки вызвал третий фестиваль пиццикато. Как раз тогда, год назад, его открывал знаменитый альтист, дирижер, основатель камерного оркестра солиста Москвы Юрий Башмет. До него альт вообще не был солирующим инструментом, и только Башмет сделал его таковым. Камерная музыка – это, как, если можно сравнить, как беседа музыканта со слушателями. Само слово «камерная» – «камера» – это как комнатная музыка. Она, конечно, раньше звучала в небольших именно комнатах, в небольших залах, во дворцах. В 19 веке вышли уже на концертную эстраду. Но в камерной музыке, как правило, вот какие-то скрытые или раскрываются самые сокровенные чувства наши, какие-то самые скромные уголки нашей души. Это и радость, это и печаль, это и торжество, и каждый слушатель может найти что-то свое. Пиццикато традиционно собирает лучших исполнителей струнников. В этом году фестиваль откроют Александр Рам и Филипп Копачевский. Они уже приезжали в Бурятию 2 года назад и успели полюбиться публике. Также зритель услышит музыку средневековья в исполнении ансамбля «Мандригал» и струнный квартет имени Глинки. Всего в фестивальную афишу вошло 4 концерта. Большой сольный проект представит дуэт пианиста из Монголии Шевр Церен и дирижера молодежного камерного оркестра Бурятии Владимира Ткаченко. Я не делю зрителя, который ходит на альтовую музыку, или который ходит на квартетную музыку, или на симфоническую. Хотя, безусловно, всегда существуют любители. Кто-то больше предпочитает, например, оперу или балет. Для меня как бы есть такое понятие, как музыка. А вот жанры, ну, это уже дело вкуса каждого. Никогда ничего не жду от концерта. Просто настраиваюсь и играю. Все спрашивают, что такое пиццикато. Мы говорим, пиццикато — это такой прием игры на струнно-смычковых инструментах, щипковых. Так вот, одно из произведений, которое я буду играть, это будет во втором отделении соната Шостаковича. Начинается она с приема пиццикато как раз, с очень простых, так сказать, по открытым струнам, у нас 4 струны, да, начинается с щипком по 4 открытым струнам. Тут начало такое. Здесь что-то меняется. Уже в июне Владимир Ткаченко выступит на одном из крупнейших фестивалей в Москве, где соберутся лучшие альтисты страны. Фестиваль пиццикато стартует уже 4 апреля. Наталья Китаева, Александр Даукшас, Первое альтернативное.